Сегодня мы с вами нарисуем птицу. Вначале нам нужно сделать карандашный набросок. На листе, крупно, я компоную общую форму. Прорисовываю линию движения, это у меня дуга. И с помощью двух овалов, двух простых геометрических фигур, я компоную птицу. При помощи линий я намечаю размах крыльев, как они будут располагаться у меня на листе, верхнее и нижнее крыло. Уточняем форму туловища, все-таки, мне кажется, его лучше сделать поменьше, и отрисовываем хвост. Я хочу сделать его декоративным, поэтому решила разделить его на три части. Их я залью другими оттенками яркого цвета. Отрисовываю клюв с помощью треугольника. Решила пририсовать более четко форму головы и сразу наметить глаз у птицы. Теперь отрисовываем форму крыльев, обязательно создаем объем, какие-то декоративные элементы. Не забываем нарисовать лапки нашей птички, красивое брюшко и галстучек, которые будут отличать ее от других птиц. Прорисовываем перья на крыльях. Для работы в цвете я буду использовать полюбившиеся мне маркеры фирмы Deli. У меня набор из 36 цветов. Они все находятся в коробочке, в очень удобной упаковке. Вот так она выглядит. Всем новичкам советую сразу сделать выкраску по номерам, чтобы потом использовать нужные оттенки и не путаться во время работы. Маркеры фирмы Deli, они двухсторонние. Один кончик острый, другой более широкий. Давайте откроем и посмотрим поближе. Более широкий со скосом, а тонкий он как обычный фломастер. Рекомендую хранить маркеры не вертикально в коробке, а лучше горизонтально. Так удобно их доставать, и на них есть номера, чтобы не путаться. Для рисования своей фантастической птицы я выбрала несколько оттенков из палитры маркеров Deli. В уголочке я специально отметила эти цвета, которые буду использовать. Это будут серые оттенки и оттенки синего, чтобы придать яркости своей птице. Верхний слой крыльев я покрываю самым светло-серым оттенком. Работаю широким наконечником у маркера. Еще раз напоминаю, что маркеры двухсторонние, поэтому очень удобно их поворачивать и работать в нужном направлении. Я прорабатываю крыло в два слоя. Теперь я буду создавать фактуру перьев, то есть второй ряд. Для этого выберу более темный оттенок серого. Работаю широким наконечником.
темно-серым оттенком я дорабатываю детали на крыльях, создаю штрихи по направлению роста, то есть делаю более четкий контур. Теперь черным цветом я делаю контур совсем четким, прорабатываю лапы, доделываю туловище, клюв у птицы, то есть придаю четкость форм. Самое время добавить яркости моей птичке. Для этого я буду использовать оттенки синего, голубого и ярко-синего цвета. То есть три оттенка синего из палитры маркеров Дели. Я использую широкий наконечник, закрашиваю голову, грудку, и моя птичка уже потихоньку оживает. Таким ярким, глубоким, насыщенным оттенком синего я придаю характерность форм для своей птички, какие-то яркие акцентные пятна расставляю, доделываю хвост. Добавляю светло-голубой оттенок в перья хвоста. Для завершения образа я буду использовать линер и белую ручку. Доделываю небольшие детали, фактуру перьев, глаза, прорабатываю штрихами крылья. Белой гелевой ручкой мы расставляем блики в необходимых местах. Ну вот, наша птица уже и готова. Что же я использовала при работе? Я использовала плотную бумагу, маркеры фирмы Дели, набор 36 цветов, 4 оттенка серого и 3 оттенка синего. Работать маркерами одно удовольствие. Они не имеют запаха, удобно лежат в руке, двусторонние, то есть имеют два наконечника, что удобно и новичкам, и детям в работе. Очень рекомендую в качестве новогоднего подарка.